утро на Енисее. Доброе утро! Сегодня мы в гостях у семьи Серебренниковых. Будем готовить что-то вкусненькое. Пятница в нашей семье – это время пицца тайм. Мы собираемся всей семьей на кухне, готовим, а потом едим пиццу. Тань, ну у меня так много дел. Я тебя оставляю своего главного помощника, старшего сына Всеволода, а сама займусь малышом. Пицца – это просто, быстро и вкусно. Особенно пицца невозможна без колбасы. Но больше всего я люблю ветчину. Посмотри, какое ассорти я нам с тобой сегодня приготовила. У нас здесь ветчина и куриная, и свинина с говядиной. Смотри, какое у нас с тобой сегодня разнообразие вкусов. Это мы все с тобой добавим в начинку. Здесь у нас и сыр, соленые огурчики, есть у нас и томаты. И, кстати, что это за соус? Это соус для основы пиццы, и его готовит моя бабушка. Для начала нужно завести тесто. Стоп. Ничего не надо замешивать. Чтобы все было быстрее, у нас уже есть готовая основа. Осталось только выложить начинку, но для начала надо добавить соус. Какой у нас ароматный соус здесь у нас в составе? Томаты, а что еще? Чесночок и болгарский перчик. Все, достаточно. Этого хватит, лишь бы наша основа не размокла. Сейчас начинается самое интересное. Будем выкладывать ветчину. Нужно порезать ветчину кубиком и побольше. Так, ты теперь все раскладывай. Ну, а я, пожалуй, еще порежу охотничьи колбаски. В составе у нас здесь подкопченная свинина, говядина и еще добавленные специи. Я добавлю немного лучка. Его мелким кубиком порезала моя мама. И он здесь не будет лишним. Конечно. Ну, а я, пожалуй, добавлю соленых огурчиков, чтобы нам сильно не солить. Они нам придадут такой нежный вкус и аромат. Обязательно в нашу пиццу нужно добавить томаты. Во-первых, они придадут нам яркости и вкуса. Так, Сева, запоминай. При приготовлении пиццы существует правило не больше 5 ингредиентов. Нужно добавить сыр. Да побольше. Кто же не любит, когда он тянется? А я добавлю вот этот сыр. Называется моцарелла, специально для пиццы. Мы его будем резать, как колбасу, вот такими дольками. Пицца почти готова. Осталось ее запечь. Примерно 15 минут при 180 градусах. И она такая аппетитная, и такая сочная. Какие вы молодцы, пицца получилась просто чудесная. Ну а если вы работающая мама, то для вас вот такой вариант полуфабриката. 10 минут и ужин для всей семьи готов. Ну что, пробуй. Хорошо. Сколько начинки?